Физическая активность – залог не только здоровья, но и хорошего настроения. Так что хочешь радоваться жизни – двигайся. Это понимают и специалисты Центра социальной помощи семье и детям. Ну а чтобы добавить в жизнь своих подопечных еще немного позитива, накануне они провели целую череду соревнований самой разной направленности. Привлечение ребят к здоровому образу жизни – одна из главных задач Ирбитского центра социальной помощи семье и детям. А что может поспособствовать этому лучше спорта? Именно поэтому сотрудники центра для своих подопечных ежегодно организуют такие мероприятия, как «Спартакиада», «Город олимпийских надежд» и фестиваль «Патриоты России». Проверка быстроты, ловкости и выносливости участников стала спартакиада «Город олимпийских надежд». Для начала бег на 30 и 60 метров, затем игры, развивающие ловкость, координацию движений. Это стритбол, пинербол и футбол. Также традиционно прошло более суровое, но интересное и нужное мероприятие – фестиваль «Патриоты России». Главная задача, чтобы в этих соревнованиях проявилась у вас дружба, товарищество и помощь друг другу. Здесь участники оттачивали свои военные навыки в разборке-сборке автомата, а стрельба из пневматической винтовки с учетом погодных условий стала для ребят настоящим испытанием. Не забыли организаторы и про силовые упражнения, такие как толчок гири от груди и подтягивания на перекладине. Такие соревнования довольно-таки важны для подрастающего поколения. Они вырабатывают патриотичность, и чтобы подрастающее поколение могло встать на защиту Родины. Фестиваль детям понравился, и в дальнейшем они хотят, чтобы такие соревнования проводились чаще, а интересных этапов становилось в них только больше.